Эвард Кьюб обретает признание в Европе. 10 февраля во Вроцлаве в рамках ведущей образовательной конференции пройдет презентация Эвард Кьюб. Лука Ильчук и Максим Блажкун расскажут о грандиозных перспективах в обучении и развитии детей. Более 600 участников конференции познакомятся с революционными инновациями в образовании. Эвард Кьюб. Создавай свой мир. Welcome to the future.